Свежие трансферные новости РПЛ. Всем привет! Вы на канале Басни Футбол. Здесь мы говорим про российский футбол, новости, трансферы, переходы, инсайды, зарплаты футболистов и не только. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех событий. А теперь к главным новостям. ЦСКА на финишной прямой в выкупе защитника. Как сообщил Роман Бабаев, переговоры о выкупе бразильского защитника Мойзеса, который принадлежит Интернационалу, практически завершены. Клуб настроен выкупить игрока и к договоренности на финишной прямой. Ранее сообщалось, что в случае выкупа футболиста армейский клуб заплатит порядка 2,5 миллионов евро за игрока. Сюда уже включена аренда, в которой он был, плюс выкуп. Хорошие новости для армейцев, как считаете? Краснодар покидает несколько футболистов. Нигерийский крайний, нападающий Быков, после финала Кубка России, где стал антигероем, сообщил прессе о своем последнем матче за Быков. Алусигун может перейти в один из французских клубов. И, видимо, уже есть договоренность с Краснодаром. Сам клуб не комментировал информацию, но Краснодар попрощался с Алексеем Ионовым, который покидает команду свободным агентом. На трансферном рынке говорят, что он перейдет в Ростов. Сам игрок сказал, что о его будущем станет известно в ближайшие несколько дней. Третьим Краснодар покидает парагвайский защитник Хуниор Алонсо. После финала Кубка России он также сообщил, что не примет участие в следующем сезоне Краснодара. Как говорят, все из-за семьи и недавно родившегося ребенка. Вероятно, клуб готовит продажу защитника или какую-нибудь аренду с правом выкупа, чтобы отбить хоть какие-то средства. Что думаете по этому поводу? Тяжело будет быкам в новом сезоне? Московский «Спартак» заинтересован нападающим Кадиса. Как сообщает иностранная пресса, «Спартак» хочет купить крайнего нападающего Тео Багонда из Кадиса. 27-летний футболист из Конго сам не против сменить обстановку. Источник уточняет, что российский клуб не делал официального предложения, но по селекционным каналам выясняет сумму за футболиста, которую потребует испанский клуб. Кадис не хочет отпускать игрока, но сам игрок не против поменять клуб. Прошлым летом он переходил за 3 миллиона евро из бельгийского Генка, а в этом сезоне на его счету 4 гола и 3 голевых за Кадис. Как считаете, достойная замена Виктору Мозесу, если тот покинет клуб? Обязательно пишите свое мнение в комментарии. Не забывайте подписаться на канал, если не подписаны, и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.